Снова в лесу. Сегодня суббота. Жаркий день, 24 градуса. Иду прогуляться с ночевкой. 10 километров 15 пройду. 10, минимум 10. Вот там заночевать. Снять видео о распаковке обзора палатки. Это будет отдельный. Палатку заказал. Там пришла, я распакую. Там сделаю обзор небольшой. Поставлю, не переночую. Еще будет одно видео. Мое снаряжение против медведя. Ну, чтобы, если пойдет медведь, как от него защищаться. Покажу все мои причиндалы. Еще моя цель — найти болото с морожкой, где далее есть морожка, чтобы ее потом подметить на навигаторе. И уже в следующие выходные идти ее собирать, так как уже морожка будет. И собрать еще иван-чая. Вон он растет. Красивые такие цветочки. Ну, в принципе. Ну, еще у меня удочка есть. Не знаю, если порыбачу, рыбалку удастся, то будет еще одно видео. Я рыбу ловлю. Если, конечно, поймаю, если найду что-нибудь, место хорошее, хороший плес будет там. Да ладно, если дойду, до нее идти, ну, чуть больше 10 километров. Я посмотрел на карте. На самом деле, мне кажется, больше намного. Вот, ну, это путешествие я буду снимать, поход так короткими частями, там, что интересно найду, что увижу, передам. Кстати, очень сухо, тут болото, оно практически высохло. Я иду, там ручьи переходили, они тоже обсохли. Ручей в роднике воду набирал, еле капала вода. Такое жаркое лето, 3 недели жары, около 30 градусов. У нас такого практически не было никогда. Помню, 97 год, было реально тоже жарко, но не на такой степени, конечно, как в этом году. Почти месяц стоит. Зато дождик обещали. И потом немножко прохлада, а потом опять вроде тепло будет. Уже и загорел. У меня гости были из Питера. У нас понравилось в Мурманске. Говорит, офигенно. Они приехали бледные. Тут немножко хоть подзагорели. Покупались в озере. Вот такие вот дела. Все пошел. Я иду. Мне идти 4,5 километра до одной сопочки. Я собрал бруснику. Не знаю, загляну я на нее или нет. Если притомлюсь от жары, то, наверное, вряд ли буду подниматься. Пойду дальше. Не буду смотреть, что там. Вот. Если, конечно, не утомлюсь, будет все хорошо, то поднимусь на сопку. Иду я. Ну, немножко там запад. Немножко запад, северо-запад. Северо-запад, наверное, я иду в ту сторону. Так. Вот такие дела. Там, если найду, место будет такое интересное. И сниму вот здесь вот. Прошлые года было все в иван-чае. Вот там вот песок. Сейчас все это размылось. Там было все фиолетовое. Вот тут какие-то туристы были, повесили веревки. Не знаю, что они тут делали. Но я хочу найти тропинку, чтобы по тропинке чалить прямиком. Потому что там озера будут. Вот чтобы мимо озер, мимо крутых подъемов на сопку. Тропинка очень хорошая, как-то не ходил. Все. Надо же, тут уже спелая морожка. Вот она открылась. Спелая. Немного, но она реально поспела. Ее можно есть. Надо же. Приближаюсь к Мироновскому озеру. Там большое, а там вот маленькое за деревьями. Вот. Обычно хожу я по той тропинке. Решил пойти вот по другой, в принципе, которую нашел. Эта тропинка водит между озерами. Там хорошая дорога. Не знаю, как это скорее всего, мимо мало меня приведет. И пойду в горку. Вот там слева что-то горит. На привал присел и почувствовал запах гари. Сейчас заберусь наверх. Узнаю, что там. Вижу. Может, он потухнет. Не знаю, как-то мне не очень приятно идти. Пожароопасная ситуация. Еще меня обвинят. Если найдут. Похоже, кроме меня здесь нет никого. Найду дальше. Морожка. Здесь она совсем не спелая, какая-то мелкая. Мелкая совсем. Знаю, что-то стоит идти потом. Такой видок. Вон там что-то горит. Хорошо, хоть тучки налетели.
Да, так солнце печет. Ты весь обгорел. Прошел 7 километров. Вот такой вот у меня видок красивый. Там лесок. Тут брусника растет. Там большая гора. На нее точно не пойду. Я пойду вон туда. Что-то метров 5 пройду, наверное. И хватит. Хотя кто знает. Может дальше пойду. Гремит гром, вон там. Скоро на меня капнет дождь. Хотя ничего не предвещало. Ну ладно, хоть свежо будет, духота такая. И дождя давно не было очень. Грибы пойдут. Фух, морожку упорячат, все пустые вот эти. Хотя тут ее должно быть очень много. Судя по тому, как она растет, очень много должно быть. Но нету. Да, я нашел два места. Одно она же такая прям аж ядреная, крупная, уже почти спелая. Ясно, меня скоро капнет. Так, тут немножко есть, пройду дальше. Может, такой нормальный. Красота. Не знаю, слышно ли гром? Я его слышу отчетливо. Машкары много. Вообще, извини, хотел посмотреть погоду. Здесь не ловит мобильную связь. К сожалению. Эта горка очень уж высокая. В хибинах прям. Дождик капает. Небольшой, но капает. Смотрите, как красиво. Солнце из-за тучи выглядывает. Много-много машкары здесь. Я где-то на 9-8500 метров с города ушел. Такая палатка ко мне пришла. Так как пошел дождь, я решил ее все-таки сейчас распаковать и укрыться в ней дождя, то не пройдет. Сейчас буду делать распаковку в лесу. Тут вообще неудобно. Не знаю как. Ладно. Она упакована в такую пупырку. Тут надпись есть. Все делать надо быстрее. Конечно, я не буду вставлять здесь мусор. Тут кейсе. С собой. Как раз проверим ее на водонепроницаемость. Открываем. Что мы видим? Неудобно, конечно, делать распаковки. Такой мешочек еще один на завязках. Так, веревочка. Он, чтобы ничего не улетело, потому что не разлетелся. Веревочки всякие. Распаковываем. Как это у нас? Демонстрыша, да? Ладно. Такие полочки, веревочки. Это что? Надеюсь, я быстрее это сделаю, чем дождь выйдет у меня. Вот такие палочки. Палочки с веревочкой. Дождик закончился. Палатку я так не успел разложить. Нашел, наконец-то дошел до ручья. Хоть попью. Вода закончилась, очень хочется пить. Водичка чистенькая течет. Сейчас я налью себе и буду пить. Прошел 11 километров. Смотрите, какая открылась мне красота. Правда, на эту горку забирался. Она вся поросла. Вся в деревьях или пробралась сюда. Там озеро. Птички поют. Там камень какой-то лежит, как голова. Сначала думал, что он тут сидит. Немножко отдохнул, опять поворачивается, он опять тут сидит. К счастью, там нет никого. Все парит. Дождик прошел сильный. Вообще сильный ливень. Хорошо, мне рюкзак не промокает. Сюда упаковался. Прошел 13 километров, дошел до Ламны. Это Ламна. Один из притоков ее. Кет. Похоже на ручей, но у нас такие ручьи называются реками. Она впадает в Ламну большую. Сейчас найду место, где поставить палатку. Конечно, получше, где-нибудь повыше. Наверное, буду спать. Что-то я спать хочу. Чтобы завтра пораньше встать и обратно двинуться. Поход удался, честно говоря.
как выпало к нашу улицу. Она вся испортилась, так вполне можно было здесь ночевать, там буржуйка, типа буржуйки сделаны. Вот так вот люди тут приходили, отдыхали, спали, или что они тут делали, консервы ели, вон банок куча. Но я так не делаю, я уже не оставляю банки консервные. Ну так кто-то обрадовался. Тебе надо целый обзибелюх, но не буду. Выяснил, дорога железная западней. Я слышу, что там поезда ходят. Я сначала думал, что будет машина оттуда пойдет. Сначала приближался звук, потом стал удаляться. Видимо, по железной дороге поезд прошел. Печенга, Кирпьяр, вроде соединить. Там хотят восстанавливать аэропорт. И туда, видимо, увозят что-то. И здесь дорогу делают. Такая серьезная насыпь. Метра три, наверное. Ее подняли, там трактор стоит. Там дальше какой-то мост делают. Что-то он... Сейчас я приближу. Вот там что-то строят. Какой-то мост. Вон там трактор. Вот он еще выше. Дорога. И там еще какая-то насыпь, какой-то пешеходный переход. Путь, не знаю. Там еще дорога. Даже где нас не остановиться. Остановиться вот там, может. Мне до воды метров 300 идти. В принципе, недалеко. Места здесь красивые. Вот, пожалуйста. Главное, что дров много валяется. Рубить не надо. Особенно с той стороны. Западной. Вот тут немножко хочу отдохнуть от комаров. Здесь вот на дороге их нет. Потому что уже очень устал. Сколько, 8 часов гуляю? За 8 часов этих комаров. Главное, пшикалки не помогают от них. Не вылетают никуда. Жужжать перестали. Может здесь расположиться, хотя нет. Боюсь, что машина будет ездить. Мало. Утром рабочие приедут, я тут сплю. Нет уж. Причем дорога такая широкая. Сколько она тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это 8 метров она идет. Посреди леса. Вот бы где хотел работать, это в лесу. Приедешь тут, тебе природа. Красота. Вот и все. Я обжился, развел костер. Сейчас буду себе готовить вот такую кашу. Перловая с мясом. Такая вкусная. Сейчас я бутылочку проделаю и опущу ее сюда, ближе к костру. Вот это жар. Ух. Но я обезопасил костер, чтобы он не распространялся. Камни обложил, там тоже периодически. Шестовато вам горит, и все, не будет уже никуда перекидываться. Тут наш 4-5 уровень пожароопасности, надо аккуратнее. Кстати, каша у меня уже закипает там потихоньку. Перловая. Ложку я не взял, забыл, буду есть ножом. Хорошо, здесь люблю в лесу ночевать. Кстати, здесь поспишь несколько часов буквально, и спать не хочется. Как ни странно, то, что в городе. Не совсем будем как собирать, но так она хорошая, она большая, но я не посмотрел внутри, как она собирается, думаю, получится. Ну вот такая она пока что. Потом покажу, как ее в интернете, скорее всего, есть как собирать. Она действительно не промыкающая. Палка, если ее правильно собрать, она будет большая. Не понял, зачем вот эта палка. Кстати, кулышки в избытке, запасные даже есть. Ну ладно, пошел спать. Комары уже просто заели. Все, я в палатку. Спокойной ночи. А, сейчас еще расскажу про медведей. Взял с собой уксус. Я оболью круг палатки и уеду. Чтобы без животные или медведь. Ну, животное любое, медведь. Если пойдет на запах, то его перебьет уксусная кислота. Это я читал в интернете. Так я сейчас и сделаю. Вот так как выглядит мое жилище снутри. Тут довольно просторно. Окошки, ну я не закрыл не до конца этой от дождя, потому что на улице дождя не будет сегодня ночью. Так, про медведь. Во-первых, у меня что есть? Перцовый баллончик антидох.
им надо прыскать сразу в морду. Вот. И при этом еще можно использовать этот электрошокер. Они тоже боятся звука. Прыгнуть в лицо, ну и... Медведь улетит, убежит, я думаю. Я его пока выключу. Ну и самое, если такое средство, если, допустим, я его увижу впереди, это фальшфейер. Тут надо открыть крышку, дернуть чеку и направить его в сторону огонь. Он подумал, что они огня боятся. Где-то 30-60 минут горения этой штуки. Самое лучшее средство от медведей. Ну, и других животных. Но главное, что испугать. И там уже надо уходить с этого места. Вот такие у меня занятные вещи. Все, я ложусь спать. Интересно, сколько времени сейчас. Гляну, сколько времени. Намаял с этой палаткой. Ну, мне нравится. Высокая. Единственное, я потом смотрю в интернете, как она правильно устанавливается. И буду ее... Так, время 21:40. Да, спать я хочу. На природе спится очень хорошо. Думаю, часа 4 хватит спать. И потом пойду собирать вон чай, еще что-нибудь в сторону дома. Вот, я специально эти штучки рядом все положил. Подушка у меня будет служить, рюкзак. Все. Я спать. Там дождь, что ли, начался? Нет, трава шерсть подо мной. Вот у меня такая ночь сегодня. Обычно я сплю под открытым небом. Ну, решил с палатки поспать. И тоже неплохо, кстати. Мне понравилось. Я не стал брать матрас. У меня еще матрас. У меня запотевает стекло объектива. Здесь тепло очень. Парит. Так, я попал под дождь. Палатки. Пытался его поставить. Палатка. Машина едет, там дорога недалеко. Новая. Палатка попала вода, пока я накрывал. И вот тут-то нет, тут сухо. Просто, видимо, что-то парит. И у меня брюки сырые. Протянки тут запнуты. Не стал оставлять все там, на улице. Ну и да ну. Какой-нибудь лихой человек подойдет. Я пойду пешком, вон там. По дороге что-то едет. Какая-то что-то везут там. Надеюсь, они не будут мешать своим жужжанием. Ладно, спокойной ночи. До завтра. 5:40 на утро. Я проснулся. Выспался, на улице дождик. Сейчас немножко подожду, может прекратиться и путь двинул. Это по дождикам не очень хочется идти. Хотел позавтракать, но думаю, не буду я. Под дождиком костер разводить. Время терять. Потому что обещали дождик проливной. Надеюсь, этот будет не проливной. Проливной будет днем. Сейчас немножко пережду. Не знаю, сколько мне ждать. Вот тут меня дождик не достает. Немножко подышать свежим воздухом, отдохнуть. Пока шел дождь, я опять уснул. Ну и решил позавтракать. Проснулся где-то. 8 часов, мне, или 8 уже даже. Позавтраку он себе гречневую кашу разогрею. Костер развел. И надо делать ноги. Блин, если бы были выходные мне еще, я бы еще осталось, несмотря на дождь. По палатке сухо. Тепло. Комары не кусают. Дождь закончился, опять костер бы развел. Сидел бы. Жалко, что так мало выходных. Там место пребывания хорошее, это в лесу. Поспал, поел, отдохнул. Погулял по лесу. Но я сейчас буду идти на обратном пути, собирать ему чай. Вот, такие дела. Идти мне километров 14, ну 14 километров, да, идти. Сейчас смотри, как буду идти. Каким путем? Птички поют. Ни один медведь меня не беспокоил. Люди тоже. Никого и не было.
Вон у меня, короче, костер пионерский. Сейчас поем. Смотрите, как здесь красиво. Ну, такой большой плюс. Это рекламно. Смотрите, сколько здесь иван-чая. Буду сейчас его собирать. Все в иван-чае. Все. Дорогу вот такую нашел в лесу. Интересно, куда она выведет? Но она идет в федеральной трассе. Печенге. Печенгой дорожки. Посмотрим, пойду по ней. Я не стал идти на Барамыс обычным путем. Там в горку мне не захотелось лезть. Смотрю, тропинка. Но я решил пойти по тропинке. Вдоль ламы шел. Нашел поле иван-чая. Пособирал. Смотрю, дорога. Пойду по дороге. Я сегодня нагулялся за 2 дня. Я бы еще остался, конечно, с тачок, но завтра на работу. Я бы еще там погулял по лесу. Разбил бы еще лагерь. Вот так. Приходится вот сейчас домой. До дома делать еще много. Какое-то поселение там вроде бы. Дачный поселок, наверное. Мне еще идти 6, где-то 7 километров. Все, иду. Такие у них тут футбольные ворота. Футбол играют. Значит, дети здесь есть. Это карьерище. Там еще далее ходит. Еще один карьер.